Международный день защиты детей отмечают сегодня почти во всех странах мира. Утро в детском отделении Алданской центральной районной больницы началось ярко и незабываемо. Детей пришли поздравить артисты театра юного зрителя. На празднике побывала и моя коллега Татьяна Вахнина. Утро в детском отделении Алданской центральной районной больницы началось ярко и незабываемо. Врачебный обход и процедуры будут позднее. Сейчас малыши принимают гостей. Артисты театра юного зрителя пришли поздравить мальчишек и девчонок с наступившим летом и подарить праздник. Три подружки. Аришка, Иришка и Дашута. Ну, вот такие веселые девчонки. Дашута красавица. Иришка умница. И трусишка. Ну а Ришка такая командирша, она во главе всех. Детвора с удовольствием подхватила задор и веселье гостей. Каким бы эффективным ни было назначенное медикаментозное лечение, развлечений в больнице все же не хватает. А со столь позитивной терапией дети должны быстро пойти на поправку. Было неожиданно, конечно, это очень хорошо, то, что детям в больнице так вот развлекают их в этот день. Потому что им не так лекарства, все вот эти уколы. Она вела себя хорошо, ей понравилось, нахлопала, сидела. Забавные девчонки быстро подружились с ребятами. После представления настало время игр. Приготовленные гостями загадки дети отгадывали с легкостью. Дети хорошо. Была одна девочка, которая слегка сначала начала вроде плакать. Но потом, когда ей дали зонтик волшебный, и он стал петь песенки, улыбка появилась, и она сидела до конца. Какой же праздник без подарков? Гости пришли не с пустыми руками. Мальчишки и девчонки получили воздушные шарики и сладости. Прощаясь с ребятами, подружки пожелали им скорейшего выздоровления и пригласили всех в театр юного зрителя на спектакли. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.